19 марта государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев посетил КФУ с целью встречи с руководством университета и ознакомления с новыми образовательными технологиями в КФУ, а в частности с подходами в области национального образования, поскольку по инициативе ранее первого президента в 2020 году планируется открытие многоступенчатой школы с обучением на русском, татарском и английском языках. Первой точкой визита Минтимера Шаймиева в сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова, премьер-министра Татарстана Рафиса Бурганова и генерального директора телекомпании «Новый век» Ильшата Аминова стала лаборатория практикума по электричеству и магнетизму Института физики КФУ. Следом Минтимер Шаймиев посетил Институт психологии и образования Казанского университета. Здесь он побывал в Центре татарской национальной педагогики, в зале ученого совета, в лаборатории подготовки онлайн-курсов, а также в центрах практических компетенций, практик дошкольного и начального образования и магистратуры. Продолжился визит Института международных отношений КФУ, где были посещены актовый зал имени Фукса, кабинет Ассоциации учителей истории обществознания и модульный класс. В здании же Института филологии и межкультурной коммуникации ректор КФУ Ильшат Гафуров ознакомил государственного советника Татарстана с проектом оформления зоны расположения скульптурной композиции Льву Николаевичу Толстому и Габдуле Тукаю, а также проект оформления Тукаевского садика и Толстовской аллеи, зоны почета Минтимера Шаймиева и актовый зал имени первого президента Республики Татарстан. В завершении визита прошло закрытое совещание с участием Минтимера Шаймиева, которое, скорее всего, было связано с дальнейшей выработкой концепции полилингвального образования уже с учетом увиденного в КФУ. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Александр Юдин, Универньюз.